Анна Рудбек, ваш новый терапевт. Правда всегда берет начало в детстве. Доктор Рудбек, мне плевать на его лечение и благополучие. Он преступник. Это моя работа. Не успел я опомниться, как уже лежал на его спине и душил его. Единственным звуком, который вырвался из его глотки, был животный крик. Прошу прощения. Вот что он говорит. Он только что признался в очередном убийстве. Вы не понимаете. Точно. Поэтому я здесь. Попытайтесь проникнуться сочувствием. Его нужно услышать и понять. Он убил 13-летнего мальчика. Было ли это и впрямь? В том смысле, я даже не уверен, что помню. Может, это плод моего воображения. Но и он жертва. Когда нанесена первая рана и первое преступление? 3. Как стыдно. Речь не о выборе. Речь о твоем выживании. У него, должно быть, было то, чего я отчаянно желала. Каковы такие отношения?